С животными я работаю всю свою жизнь. Профессию выбирала по душе. Мои подопечные, они как дети. Чувствуют мое настроение, отзываются на ласку. Поэтому я всегда улыбаюсь, когда прихожу на работу. Моей трудовой только одна запись – колхоз «Рассвет». Когда-то он гремел на весь Советский Союз. Были тяжелые времена в 90-е. Нам досталось огромное наследие, которое нужно было не только сохранить, но и приумножить. И мы с этим справились. Мы ничего не потеряли. Мы развиваемся, мы строим новые фермы. Наше предприятие в десятке крупнейших в Беларуси. Дорогие белорусы, хочу вас поздравить с Днем Независимости и пожелать вам процветания, больше улыбок и радости и трудовых побед.